А в чем законность ваши требования? Объясните мне. Я вас еще не обязываю писать. Водитель, объясню. Объясните. Водитель, чернокожий, объясните. Объясните. Это гражданин у тебя. Знаешь? Гражданин. Дверь откройте. Дверь откройте. Дверь откройте. Вот, а здесь. Чем, разъясните, какой закон он нарушает? В чем законности его действия? В чем незаконность его действия? Что? Сотрудник полиции имеет право требовать открыть дверь. Да? На основании чего? На основании того, что машина не появилась. На каком основании она не появилась? Да. Покажите мне основание для эвакуации, пожалуйста. Нет, откройте сотруднику полиции. Сотрудник полиции, назовите закон, на основании чего? Документы дайте ваши, пожалуйста, товарищ. Документы. У кого документы? У меня лично? У меня лично документы. Когда вы мне их передаете? Документы передайте ваши, пожалуйста. Документы ваши дайте, пожалуйста. Документы дайте, пожалуйста. Документы ваши дайте, пожалуйста. Документы ваши дайте, пожалуйста. Давай понятых тут. Давай двух понятых. И в отдел. Куда ты на меня-то едешь? Отойди. Уберите его с дороги. Что он делает? Полицейский, но он покидает вообще место, его вообще вот сдержать не надо. Не препятствуй, ты не слышал, что ли? Уехал. Молодец. Да. Ты вот так решил сделать. Вот, собственно, на этом дело и закончилось.